Ваше мнение о Моцарте, господин Сальери? Порхающий мотылек, Ваше Величество, с претензиями. Но все-таки признайтесь, Сальери, что музыка Моцарта красива, его терцет-бантик прелесть. Мотылек, Ваше Величество, тоже красив. Только живет он, к сожалению, всего один день. Барон, а вы согласны с мнением главного директора императорской музыки? Не совсем, Ваше Величество. Такие, как Моцарт, рождаются раз в столетие. Браво! Браво, браво! Пусть судьбу Моцарта решает его музыка. Браво, браво, браво.
Но слишком много нот, мой маленький Моцарт, слишком. Ровно столько, сколько нужно, ваше величество. Шутник. Браво, браво, браво. Слишком много нот. Кто-то из друзей композитора с горечью заметил. Лучше бы он имел втрое меньше таланта и побольше житейской сметливости. Вени, Види, Вици. Пришел, увидел, победил. Вы путаете меня с Цезарем, маэстро. Наши пути сходятся, мой дорогой Моцарт. Его императорское величество благодарят вас за доставленное удовольствие и сожалеют, что в настоящее время вакантных мест нет. Вы свободны. Ну вот и все. А что я скажу Констанс? Слишком много нот. Придворный менуэт. Немногие из танцующих знают, что он написан 12-летним Моцартом, которого теперь здесь все величают неистовым, лишенным стиля композитором, чья музыка, как изволил выразиться император, не по зубам венцам. Конфликт зрел давно. Моцарт не идет на уступки и не желает угождать вкусам великосветских знатоков. Он готов ко всему. Нищете, голоду, гибели. Он не продаст своей смерти. Thank you.
заказы. О, сразу три? Да. Дай бог, чтобы на этот раз были хорошие. А ну-ка. Что в первом? Срочно нужны фанфары и военные сигналы для моей роты кирасиров. Капитан Шрайдер. Угу. А ну, что там еще, Франц? Мне необходима хорошенькая пьеска «Фа миноре». Обожаю этот тон. Mm-hmm. Для курантов моих карманных часов. Какая будет ваша крайняя цена? Для курантов карманных часов? Записывай. Какая наша крайняя цена, Франц? Я полагаю, не менее 3 дукатов, мой учитель. А ну-ка, прочитай лучше последнее письмо. Любезнейший. Так деликатно. Я даю завтра музыкальный вечер. Мой день рождения. Приходите поиграть, да выберите что-нибудь получше. Я не поскуплюсь. 5 дукатов и ужин. Граф Розенберг. Ну что ж. Если захочет барин попрыгать, если захочет барин попрыгать, я подыграю гитарой ему. Серьезных заказов нет. Концертов нет. Мои оперы не ставят. Нотные издатели, которым моя музыка принесла тысячи и немалые, едва здороваются со мной. Передо мной стена, мой милый Зюсмайер. Стена. Кажется, Франц, мы недурно подирижировали? Да, мой дорогой учитель. Жаль только, что при пустом зале. Да. А как ты находишь мою симфонию? Она волнует, как драма, мой дорогой учитель. Да? Такова жизнь.
Вена совсем не ценит вас. Вена. Любимая Вена. Умру, любя здесь пред тобою. Эммануил, голубчик, здравствуй, дружище. Эммануил, знакомьтесь, Эммануил Шиканедер, актер, поэт, либретист, балетмейстер, театральный композитор. А это Францис Майер, мой ученик. Ты совсем забыл меня, Эммануил, учитель. У тебя, наверное, отличные тут дела в театре. Вольфганг, Эммануил Шиканедер погиб, прогорел. Все было разыграно как по нотам. Газетчики, как стая борзых, набросилась на меня сегодня утром. Рассуждают о предмете, не имея о нем ни малейшего представления. Им, видишь ли, не нравится моя музыка. Вена ни черта в этом не смыслит. О, как я теперь понимаю тебя, Вольфганг. Я разорен, актеры голодают, мне нечем им платить. Эммануил! Я не встану, пока ты не обещаешь мне исполнить мою просьбу. Но чем я могу помочь? Знаменитый композитор Моцарт. Забытый. Знаменитый композитор Моцарт напишет для нас оперу. Оперу? Оперу. Да, я сам написал либретто. Ты знаешь, я недурно пишу стихи, сам поставлю. Напишу декорации, все сделаю. Ты напиши только музыку. М? Волшебная флейта. Опера-сказка. А? Я согласен. 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 Моцарт согласен. Вольфганг, дверь открыта, у тебя опять кто-то был? А, Василок, мой Карл пришел, Карл, мой Карл великий. Карл, сынишка, мой маленький, ну-ка иди сюда. О, какое богатство, это же императорский ужин. Долг, Вольфганг, опять в долг. Станция. Я только что получил заказ на оперу. Теперь у нас скоро будут деньги. Что же ты молчишь, Вольфганг? Значит, у нас сегодня праздник. Праздник, дорогая, праздник. Ну, бегу готовить. Надо ж кормить мою легкомысленную семью. Да. Вольфганг, бери. А ну-ка, сынок, лови. Хоп, молодец. Так. Пап, давай играть в кошки-мышки. Кошки-мышки? Это идея. Ты кто? Я кошка. Кошка. Значит, я мышка. Так. А ну-ка, кошка, поймай мышку, побежали. Аллегро, виво, аллегро. Ну-ка, поймай. А ну-ка, быстрее. Ай, в норку. А ну-ка, мышка в норку. Опа, Терзай. Являюсь к вам по поручению очень важного лица, имя которого я не могу назвать. Пусть будет так. Вы напишите реквием для заупокойной службы. Реквием? Я никогда не писал такой музыки.
скажите, в этот труд весь ваш талант. Вы пишете для великого знатока музыки. Сколько времени потребует ваш реквием? Цена? Вот. Вот вам 100 дукатов. Вы платите вперед? Я приду через 4 недели. Я же говорил, что у нас будут деньги. Вольфганг. Вольфганг. Констанца. Воздух недвижим, а старая черепица на крышах трепещет. Вольфганг, о чем ты? Труд человека обладает удивительным свойством. Продолжать жить даже после ухода Творца. Я говорю о музыке и жизни человека. Для кого рэк? Обращая внимание на запреты врача, он дни и ночи проводит во Фрейхаус-театре в предместье Вены. В маленьком сарайчике при театре создается величайшая социальная утопия в музыке. Эпилог целой жизни, произведение, которое Гёте сравнивал со второй частью своего Фауста. Опера «Волшебная флейта». Светлый. Правильно. Вино
голову, ум в бутылку, руки один. Моцарт болен, Констанция уехала лечиться. Один. Нет, ты не один. Мы все вместе с тобой. Выходная песенка Папагена. Написал и молчит. Мыслей, друг Шиканедер. Я самый лобный пикелом, я новый пикелом, то давай ты меня слышать, повсюду я желаю. Все равны перед лицом красоты и правды. Все, и Панина, хоть она и дочь царицы ночи. Она любит, ее мучают предчувствия. Я верю в предчувствия. Но больше всего я верю любовь. Панина, какая ты? Входи смелее, Панина. Это я, Магда. Добрый вечер, фрау Магда. Добрый вечер. Что это вы сидите в темноте? Я думала, вы давно домой ушли. Я думала, вы давно домой ушли. Чуть не заперла вас. О, и не притрагивались. Вот я пожалуюсь вашей супруге. О, фрау Магда. Да. Фрау Магда, я сегодня останусь здесь. Надо закончить сцену. Можно? Оставайтесь. О, фрау Магда. Фрау Магда, составьте мне компанию. Я не люблю ужинать в одиночестве. Нет, нет. Фрау Магда, я вас умоляю. Фрау Магда. Фрау Магда. Ну что с вами поделаешь? А? Виват, бахус, бахус, виват, бахус, славный малый приют. Пожалуй. Прошу, прошу, фрау Магда. Ваше здоровье? Здоровье. Фрау Магда. А!
Виваду Бахус, Бахус, Виваду Бахус, славный молодой был. Да здравствуют девы, брюнетки, блондинки, мы выпьем за них. Нормально? Слушай, Вальда, прошу вас. Фрау Ванга, вы любите сказки? Вы сейчас застали меня в сказке. Она называется «Волшебная флейта». А, это «По-по-по-по-пом, парарам, пом-пом-пом». А, это... Да-да, это музыка. Музыка призвана делать жизнь людей лучше, не правда ли? У песни чистая совесть. Да-да, да. С давних пор добро борется со злом. Свет с тьмой. Добро нужно людям, как солнце. Я верю, фрау Магда, придет время, когда люди будут стыдиться того дурного, что они творят сейчас. Не скоро это будет. Будет, фрау Магда, будет. В их душах зазвучит музыка и любовь. Да. Фрау Магда. Вы кушайте, кушайте. Благодарю. Помина. Кто-кто? Помина. А, дочь царицы ночи в моей сказке. Почти ребенок. Она полюбила принца Тамино. Но чтобы прийти к счастью и быть достойным его, надо пройти испытание. Тяжелое испытание. О, а когда любовь подгоняет, никакой путь не страшен. Это я по себе знаю. Как это верно, фрау Магда. Незнакомца не хочет исчезнуть с глаз моих. Чувствую, мое состояние подчеркивает это. Мой час пробил. Я должен умереть. Конец придет, прежде чем я смогу полностью проявить свой талант. А как прекрасна жизнь. Хорошо. Помина нашла своего Тамина. А Папагена? Ему что же нужна своя Папагена? А? Пьяненький. Папагена бродит в лесу.
и взывает: где ты, моя Папагена? И вдруг появляется старая горбатая носатая старуха, вместо зубов одни бородавки. И говорит: я здесь, мое сокровище. Ты, я женись на ней, не то темницу. Как в темницу, на хлеб и воду, ни то что на свете. И протягивает ей руку. И вдруг на глазах у изумленного Папагена старуха превращается в молодую, красивую, очаровательную, стройную, белокурую девушку. Папаген так растерялся, что даже не может слова сказать. Назвать ее имени, он говорит только па-па-па-па-па-па-па-па-па. Наказан бедный слишком строго, теперь болтун веселый нем. Лишь пожалеть тебя могу я, помочь тебе не знаю чем. Лишь пожалеть тебя могу я, помочь тебе не знаю чем. Помочь тебе не знаю чем, помочь тебе не знаю чем. Прошел уже молчание, срок снимая с двух твоих замок. И так болтать опять не можно. Пожалуй, только лгать не должен. Я с ложью больше не знаком. Не то ты будешь под замком. Я с ложью больше не знаком. Я с ложью не знаком. Когда бы всем, кто зря болтает, надеть такой замок, народ. Когда вражды злые на нем, люби и прослежи сорок. Когда вражды злые на нем, люби и прослежи народ.
Сегодня, 30 сентября 1791 года, актеры Фрайхаус-театра дадут в первый раз оперу «Волшебная флейта». Сочинение Эммануэла Шканедера, музыка Вольфганга Моцарта. Из уважения к публике, а также из дружбы к автору оперы господин Моцарт согласился единственный раз продирижировать сам. Сегодня премьера. Хватит ли сил продирижировать оперой? Удастся ли сломить, наконец, упрямое, непобедимое равнодушие венской публики? Совсем ослаб. Спектакль начали без него. А он, лежа в постели, лихорадочно следил за стрелкой часов, воскрешая в памяти сцену за сценой. Победа! Интерес к опере всеобщий. Заинтересовался ею и новый император Леопольд II. Так как называется последняя опера этого вашего приятеля Моцарта? «Волшебная флейта, ваше величество». Опера «Сказка». Сказка. О чем? О добре и зле. В этой сказке все люди братья, и они борются с темными силами. В сказке. А в жизни? Французская чернь. Эти братья, что выделывают они? Вам известно, господин барон, что христианнейшая королева Франции, моя сестра Мария Антуанетта, в лапах этих свободных братьев. Так кто же эти темные силы в опере Моцарта? Ваше Величество, Моцарт далек от политики. Он музыкант. Покойный брат Иосиф разрешил его свадьбу Фигаро. И что же? Там плебей нагло смеется над нами. Разрешил его Дон Жуана, опять конфуз. Там развратник издевается над самим Богом. А флейте волшебной мы поговорим отдельно. Ваше Величество, Моцарту можно многое простить за прекрасную музыку. Он первый музыкант Европы, гордость нации, ваше величество. Да будет вам известно, господин барон, я не люблю музыку. А вот за гордость нации в ответе будете вы. И только
Вы? Вы правы, Ваше Величество. Моцарта мы проглядели. А не кажется ли вам, господин барон, что настало время, учитывая состояние вашего здоровья и тревожную обстановку в империи, отвлечься от обременительных обязанностей Министерства иностранных дел и привести в порядок дела нашей библиотеки? Громадный успех флейты материально ничего не дал ее создателю. Положение композитора и его семьи становилось все безысходнее. Надвигалась катастрофа. Кого этот реквием? Реквием для меня. Вольфганг, ты проснулся, милый. Констанца. Констанца. Взгляни, сколько приглашений. Ты поправишься, все будет хорошо, Вольган. Нет, Констанция. Смерть – это дверь, в которую войдет каждый из нас. Я скажу тебе, когда моя дверь откроется. Не надо. Не надо, Вольган. Не надо, милый. Хочешь, я расскажу тебе твою любимую сказку. А, о музыканте? Да. Впервые я услышал ее, когда был твоим женихом. Помнишь, как я ловко похитил тебя? Констанца, как будто это было вчера. Темную ночь к тебе приду, открой лишь только дверь, я за стеной тебя найду. Ну, Констанция, о, рассказывай же мою сказку, я слушаю. Построили музыканту хрустальный дворец. И он по целым дням играл там. Для них и для своей милой. Сталь, сердце и музыка звенели согласно и радостно. И люди говорили, там обитает счастье. Констанция, иди-ка, нагнись ко мне, мою деревце. Растрепанная головка, шалунья моя, с
останься, остроносик. Радость и печаль моя. Констанца, Констанца, я буду работать. Как мы заживем? Как ты заживешь? Очень плохо. Мой врач сказал, что он безнадежен. Что? Наступило время забота его семье. Вдове с детьми я дам приют у знакомых. Она сама тяжело больна. Ее надо немедленно увезти из Вены. Иначе дети могут остаться круглыми сиротами. Одежда есть у всех. Какая-то есть. Долгов много. Около... Кажется, около 3000 флорин. Да. Похоронами займетесь вы. Я? Запомните. Общая могила. Общая могила? Да ведь так же хоронят бродяг или самоубийц. Так хоронят бедных. Ему уже скоро будет все равно. Не так ли, господин главный директор императорской музыки? Смерть закрывает ворота зависти и открывает ворота славы. Оставить искусство, когда перестаешь быть игрушкой спекуляторов, когда свободно можешь писать то, что велит тебе Бог и сердце. Кинуть семью. Кто позаботится о них? Констанца. Thank you.
застал его лучше. Моцарт прожил всего 35 лет и похоронен в общей могиле, след которой навеки затерян. Моцарт – это молодость музыки, это вечный юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии. Этими словами Дмитрия Шостаковича мы и закончим наш рассказ о великом музыканте. Thank you.